как разложить по 7 кошелькам 127 рублевых бумажек, чтобы любую сумму от 1 до 127 можно было выдать, не вскрывая кошелек. Пожалуйста, Юля. 127 – это сумма степеней двойки. Каких? 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64. Да. Сумму 1 мы выдаем одним кошельком, сумму 2 – другим кошельком. Сумму 3 мы выдаем двумя кошельками, у которых лежит 1 и 2. Дальше. Сумму 4 – кошельком 4. Сумму 5 двумя кошельками – 4, 4 и 1. Сумму 6... Для скорости не говорите, кошельки просто 4 плюс 1. Следующее. 4 плюс 1 – 4 плюс 2. 4 плюс 1 – плюс 2. 8, 8 плюс 1. Ну и так далее. 8 плюс 2 и так далее. Так, это называется на самом деле как? Сумма степени двойки. Любое число. Можно представить как сумму степени двойки. Причем единственным способом. Да. На самом деле это называется двоичная система счисления. А, да. Любое число имеет единственную запись в двоичной системе счисления. Собственно, когда мы записываем число при помощи нулей и единиц в двоичной системе, мы фактически разлагаем его в сумму различных степеней двойки. Да. Да? Вот. Какой способ представить число, я не знаю, там 100? 100 – это Это 64, 64 и плюс сколько осталось? Плюс 36. 36 – это 32 плюс... Плюс 4. 4. Плюс 2. Победа. Нет, без плюс... Еще раз. 36. 64, 32 и 4. Это для числа 100. Какое-нибудь другое число давайте возьмем. 75. 75. Это 64. Сколько там остается? 11. 11. А, это 1 надо будет взять. 1 надо будет обязательно взять. А 8? 8, 2 и 1. Ну и так далее. Для любого числа, действительно, можно так получить.